меня... Блин, у меня нет столько сахарков, да? Ладно, следующий кубик снова электрический. Ничем не отличается от первого. Смотрим резисты и прочее. Пира, опять пира, да что ж такое? Физ-резист. Значит, через лед его он убивается легко, да? Прочность щитов снижена, шанс крита, да достали. Ну не хочу я это делать. Ну не хочу. Можно я буду просто без этого трайхардить? Мне так лень. Сила атаки на поле боя с хп выше 50 снижена. Активация взрыва стихии увеличивает урон, получаемый всеми членами отряда на 25%. Увеличивает урон. А, ну ладно. Спринт. Сила атаки монстров. Скорость передвижения снижена на 20. Урон получаемый. Время откат. Ну, конечно. Но, кстати, потребление энергии не снижено. То есть время отката снижено, но восстановление энергии нормально. Блин, и чем его бить, если физа и огонь не работает? Здорово, Нюк. Да я нажал, ты видишь, я нажал. Я просто не хочу, но я нажал. На это дерьмо. Я с первого раза не смогу пройти, это точно. Я не знаю, какие пачки сейчас на него собрать. Возможно, действительно, пора брать Альбеда. А какие? Коза увеличенный урон, Сянлин увеличенный урон, Чунь. Ну, ты, блин, ну Беннет по-любому, начнем с этого, да? Где? Букен да Букен! Сянлин вместо Дилюка, еп. Я думаю, что... Я думаю, что Сенсу будет хорош. Блин, ну если я беру козу, то я не беру Сенсу. Минус 2 сантиметра от пиписы. А я и не против Кергрейд. Ну, типа, слишком большая, тоже не очень удобно, понимаешь? Так что не пройду с первого раза специально. Ну, типа, Сянка лучше, чем... Этот по-любому. Чем Дилюк. Я не хочу Альбеда пачку брать, но... Альбеда лучше, чем... Синцу, если я буду Ганьюйка здесь дамажить. Но Ганьюйка здесь все равно не сможет дамажить. Это факт. У нее критов-то... Ну-ка, давайте посмотрим на ее крит-шансы. Минус 17%. Класс. Что ж, поехали. Шапка на силу атаки. Акцепто! Сдал сегодня анализы перед прививкой от ковид. Если все норм, завтра уже уколят. Ну... Уф. Удачи тебе с прививкой, надеюсь. Никаких осложнений не будет, и потом тоже болеть не будешь. Вот. Удачки тебе. Я вот, на самом деле, пока что не хотел бы. Я не очень верю в... Настолько... Настолько быструю эту вакцину, то, что ее так быстро сделали. О, бой. Так, ты сюда отдай гладиатора 20-го. Шапку я забрал. Здесь в любом случае крио урон, 15% всего атаки тоже норм. Перо надо посмотреть, может быть, другое какое-то. Мастерство, крит, урон, всего атаки 9,9. Все равно самое сильное, да, наверное? Да... Здесь есть мастерство 68 и 9,9. Может быть, я в снижении пирорезистов при помощи сянки буду играть. А кто тогда будет? Да. В принципе, я могу одеть сянку в фулл пиро... фулл анима. Да, у меня есть выходы, как это отыгрывать. Я могу одеть сянку в фулл анима сет. Стоп, это же не анима. Здесь не будет рассеиваний. Ошибочка. Это электро-говнокуб. Боже мой, как плохо. Эх, ладно, поехали, короче. Там. А, ледяного урона нету, не скрафтил, да? Рип.
Ага, то есть ты вот так вот решил сделать, да? Я понял. Я забыл его атаки. Камень, ножницы, бумага. Это хорошо. Это хорошо. Я с ним сейчас сражался как против воздушного один в один. А надо-то по-другому. Так, поехали. Блин, не уверен вообще. В Альбеде мне очень бесит, как кубик уничтожает цветок, просто когда пролетает над ним. О, худшая атака. Да я не хотел ультить за Бенни. 14 тысяч бью под Беннетом. Ну, коза сейчас умирать будет от этих электрических шаров. Угу. Ну, кстати, урона я ему нормально так внес. Но эта атака все равно хуже, чем камень, ножницы, бумага. Не, слушайте, электрокубик проще, чем анема. Я его убью даже с этим минус крит шансом. Электрокуб гораздо проще, чем анема-куб. Я его уничтожу сейчас. Просто надо камень, ножницы, бумаги дождаться и нормально ультануть. А, не то. Да, проблема Ванема была в том, что у него куча времени уходит абсолютно ни на что. А этот хотя бы подамажить можно в 90% случаев, когда, что бы он ни делал. Подальше отходи и доджи вперед, в них, на этих зарядах. Ты знаешь, я подумываю насчет того, чтобы подниматься на лифт Альбеда и спрыгивать с него. Так интереснее будет. Ну вот-вот-вот, да, конечно. Ага. А вообще, знаете что? Может быть, попробовать? Ну не так же много. Я типа с базовых атак там столько же нанес. Все-таки камень, бумага лучшая билка у него в плане нанесения урона. Короче, коза выигрывает этот куб на изи. Осталось дождаться нормального паттерна. Это хороший паттерн. Ну, конечно же, я... Да-д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 а. Что еще делать будешь? Ты сделаешь когда-нибудь нормальный паттерн атак или нет? Ну, из-за Альбеда, конечно. Вот куда она кинулась? Почему она кинулась туда? Ешку поздно отжал, что ли? Сейчас пройду. Хорошего дня. Чем этот куб от первого отличается? Разными дебафами. Другими дебафами. В этот раз дебаф на огненный урон и физический урон. А также минус 50% крит шанса. Но это хорошо, что они сюда запихнули минус 50% крит шанса, потому что электрокубик все равно легко убивается. По сравнению с воздушным. Я не знаю, если на шестом геокубе будет минус 50% крит шанса, я хз. Минус 50% урона, если хп выше 50. Че? А, да какая разница? Так там выше, там ниже должно быть, нет? Может, я не посмотрел? Надо сразу еду съесть, а то она сейчас закончится. Ты не прочитал? Да их, если честно. 25% не так влияет сильно прям. Надо быть на лоу хп, да насрать?
Я смотрю, он и так проходит нормально. Давай. О, все, наконец-то. Ну, наконец-то, ага, я пока ульты кастил. Вот, блин, из-за того, что Альбедо взял урона, нету ни хрена. Чё взял, вообще непонятно. Пока поставишь эту Ешку, пока... Такой, такая бесполезная вообще. Вот серьезно. Мокчунь, да конечно Мокчуня взять. Ну, правда, а зачем? Кричан же мне не нужен здесь. На этом кубике восстановление энергии есть. Это очень, в принципе, важно. Вот в этой вот плоскости вообще не ставится. Это так смешно. Типа, это такой кек. Что это вообще такое? Взял задумку. И Ганьюй тоже умерла, то есть они одновременно умерли. И умерли они в один день. Дэмиан, с тобой все в порядке? Ты зачем пишешь херню капсом? Во сколько сегодня будет Крысополис? Сразу после Геншина, я думаю, через пару часиков. Не, это легкий куб. Это легкий куб. Нет. Так лень. Короче, у меня Альбедо вообще все факапает. Он меня так бесит в этой пачке. Нереально. Я лучше что-нибудь нормальное возьму. На этом кубе просто он просто ничего не делает. Даже Дилюк будет полезней. Или Кли. Синцу, если атаковать Синлинкой, но у нее. Ничего не делает, по сути. Криторон он вряд ли усилит. Там же вряд ли на кубе остается ледяной статус. Сама ульта от него тоже ничего не дает. Не, Дилюк на кубах слишком плох. Дилюк на кубах меня бесит. Делаем вот так вот. Когда будет Поя? Сегодня будет вечером, наверное, часов 8, не знаю. Давай. Давай нормальную атаку. Отлично. Спасибо. Спасибо. И все? Надо было. Я, кстати, еще этот суперпроводник забыл для нанесения урона Сянлинкой X100. Да почему ты так далеко-то бьешь? Че так далеко? Я же отошел уже. На самом деле это зум факапает. Понятие, ну, понимание расстояния до босса. Че не резист порезать может? Какой? Физ-резист? Или что? Ледяной резист? Может и может. Так зачем? Как будто у электрокубика большой ледяной резист. Кстати, Анчат, кто-нибудь пробовал быть мотивированным в этой игре? I'm the storm that is approaching. Сколько созвездий? 2. У меня 2 созвездия, ничего нет. Да, с Синцушкой, конечно, поболее больше получается урона. Я просто не успеваю все прокастить.
Я просто не успеваю кастануть все, у козы очень долгая ульта. Может быть, мне надо начинать кастовать ульту, как только он кастит камень? То есть, как только он бьет камень, мне уже начинать Беннет, коза, Сянлин, Синцу? В таком случае я смогу его снести вообще до 50% здоровья примерно. За один присест. А может вообще ульты сохранить на момент, когда он лазеры начнет юзать? Вот это тоже хороший момент. Он там очень долго стоит и дает себя подамажить. Прям максимально долго. Может, я за один лазер его задамажу. Сейчас посмотрим. Кваж нет, слабого места нету. Да, окно с лазерами самое большое, я понимаю это. По-моему, ледышки до него не достают. Боже мой. Так, ну что, лазеры будут, братан? Давай лазеры. Ага, будут. А, все, сразу же, да? Угу. Давай, что-нибудь! Да какой камень-то? Какие ножницы? Какие ножницы? Как я мог от этой атаки сдохнуть? Как я мог сдохнуть от этой атаки? Вовремя, кстати, еда закончилась. Прям максимально вовремя. Че, опять эта хрень? Ё-моё. Его на самом деле можно вот об одну эту хрень убивать. Так, чё тут у нас? Чё тут у нас? Не успею вот это вот. Чуть-чуть не успел. Одной ешки Беннета не хватило сюда. Чем куб отличается от первого? Ну, минус 50% критшанса они добавили на этот куб. Если до этого этот куб был супер легкий, потому что критшанс не резался, то теперь он такой же легкий, но... На чуть-чуть запотеть. Как же он далеко от своего камня улетает, как же это бесит. Где же правильно обилки-то юзать? Где же правильно юзать обилки? Вот в чем вопрос. В какой точке я должен это сделать? Где-то вон там, наверное. Да все равно не успеваю нифига. Поставить ульту Сянлинки, поставить этот... поставить ульту Синцу. Что происходит вообще? Давай в центр. Все, отлично. Пошла жара. Если бы Беннет не умер, жара бы пошла. А так, конечно, говно какое-то получилось. Ха-ха-ха.
Она, конечно, какое-то говнище вышло. А можно ты здесь тоже не будешь умирать, спасибо. О, боже мой. Все, я ничем не могу дамажить куб. У меня мертва коза. Классно. Сенсу их не бьет. О, боже мой, как это смешно. Как это смешно. Альбедо сколько урона выдает? Мало. Ненавижу Альбедо в этой пачке. На кубы сходить с Альбедо — это просто бред. Они постоянно пролетают над цветком, и цветок исчезает. А здесь кулдаун обилок увеличен, и это бесит. Это просто бесит. А воскреснуть нельзя? Так я Беннета только что ресал. Если бы не ресал Беннета, мог бы. Мог бы. Пам-пам, пам-пам-пам. Пам-пам-пам. Короче, меня бесит камень, ножницы, бумага. На самом деле слабая этот херня. Все, что я успеваю сделать, это вот так вот сделать. 8 урона? Что, прости? А где мои огненные частицы? Че, я по нему не попал, хотите сказать? Че за бред? Хватит дрелью убивать моих юнитов. Она риснуться не может. Потому что кулдаун. А чё Кли игноришь? Перманентный огонь. Во-первых, минус 50% огненного урона. Во-вторых, на Кли надо сидеть, как на мейндамагере. Она здесь не, в данной ситуации не работает. Сянлин гораздо лучше. У нее ешка и ульта. Какой же трай, бля, я не знаю, как-то восьмой или типа того. Слишком долго убиваю легкий кубик. Слишком долго. Уже настолько лень трайхардить просто. И они еще слишком сильно от паттернов зависят. Здесь, ну, на самом деле я уже нашел пачку, которая убивает практически независимо от паттернов. Просто надо не умирать. Козы хп мало, 70 уровень. Классно, без ульты. Давай кинем, соберем или М-частицы, чего бы нет. Угу. Не достает ультец Кейсенлин. Кек. Да. Ко мне подлетела. Иди нафиг. Ау! Что сейчас было? Что насчет геокуба? Геокуб самый простой был на данный момент. Никто кроме козы не дамажит, в принципе. Уже не успеваю, скорее всего. Ну что за атака? О боже, это самое худшее вообще. Хорошо, что он ее никогда не делает. Его же даже дамажить в этой атаке нельзя. В чем смысл набора макс очков, если надо всего 2900 на каждый куб, чтобы набрать 20к и залутать весь магазин? Смысл в том, что это единственный эндгейм-контент в игре, который на данный момент сложнее бездны. Бездна пройдена,
А хочется проверить, насколько твои персонажи сильные и насколько ты сам по себе хорошо играешь в эту игру и можешь убивать врагов быстрее, чем остальные. Вот и все. Мне утром он только на этой атаке и попадался. Странота, Just Player. Не должен вроде. Это его. Это очень редкая атака для него. По идее. Прям очень редкая. Вообще еще бы огненный урон там увеличить, масло купить, да? А, у меня водяное масло есть, тоже нормально. Это что такое? Прочность щита, фу, говно какое-то. Давай, камень-ножницы, давай, камень-ножницы. Камень-ножницы давай. Камень просто, ну спасибо. Угу. Сейчас я прям все так и прожал. Ага. Где ты? А где LM-частицы, Беннет? Я не понимаю, почему? Ты же попал по кубику. Какие-то тут странные вещи происходят. Просто вот вообще непонятные. Угу. 96 хп, как вам такое? Ёж, под сюда! Минус вся стамина просто. Какая нахрен перегрузка, боже мой! Не успеваю. Не успеваю. Она умерла, знаете почему? Потому что Беннет своей ультой наложил на нее перегрузку. До этого она не умирала с одного шарика, который в нее влетает. Из трех траев три были с этой каруселью. Я решил сделать перерывчик. Жестко. Жестко. Наверное, не стоит мне Беннетом все-таки ультить сразу же. Надо на камень, ножницы, бумага просто поставить гобу, сделать, я не знаю, ешку сенцу и пострелять козой. Все. Да, лучше для круга оставить ульту Беннета. Потому что ульта козы как-то вообще по нему не дамажит. Вот просто не дамажит. Ну да, 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 собирайся. Угу. Так, я могу попробовать вот здесь ульту козы кинуть. Угу. Главное еще вот здесь вот тайминги подучить. Потому что вот этот шарик — это гребаный Dark Souls. Вот этот вот шарик — это Dark Souls. Реально. Иди и доджи в него, Митоль. Здесь суть в правильном тайминге доджа, а не в... А не в том, в какую сторону доджить. Абсолютно. Абсолютно неважно. Одна секунда, хорошо.
скорее всего, уже не успеваю, конечно. Теперь точно не успеваю. Все, это же крутилка пошла. Да, это крутилка пошла. Максимальное расстояние, отбеги. А, да, это я тоже стараюсь сделать. Но на самом деле, не знаю, не знаю. Ну блин, ульта же тоже урон наносит, почему бы и нет? Типа, просто ульту можно как раз успеть поставить в этот момент. Ну вообще, мне ульту надо ставить на камень-ножницы-бумага без ульты Беннета. Я уже понял, что надо забить на ульту Беннета и ставить просто в этот момент. Ты же шифтишь после прицельного козаида. Именно. Вариантов на самом деле масса. Вопрос в том, каким из них хочется играть, а каким нет. Где сам куб? Хеллоу? Какого хрена? Да, коза очень большой урон здесь, конечно, вносит. Сейчас, как только он кастанет крутилку, я его практически убью. А, ешка не откатилась. Вот, вот сейчас практически идеально. Осталось не умереть. Да какого... Все, изи. Найс. Если сейчас еще вдруг гоба откатится, будет прям вообще хорошо. А то одной козой расстреливать этим мне не очень хочется. Да, гоба, да! Как раз таки откатился. Есть, GG. Боже, 10 траев примерно получилось. Чё ж так долго-то? Он такой легкий. Не в форме я сегодня, не в форме. Абсолютно.